На этой неделе в ходе рабочей поездки губернатор Одесской области Эдуард Матвейчук лично проверил ход выполнения работ по программе «Народный бюджет» в Белгороднестровском районе. Так, в селе Выпускное был проверен стадион. Это один из 16 стадионов в Одесской области, которые будут перестроены в рамках вышеуказанной программы. На ремонт стадиона выделено более 5 миллионов гривен. Футбольное поле было решено не засевать травой, а застелить ковровым покрытием с гарантией не менее 5 лет. Еще в планах построить волейбольную и гандбольную площадки. Одним словом, нормальный стадион районного значения, где можно будет проводить всевозможные соревнования. Я надеюсь, что мы в этом году мы построим уже сам стадион, приведем в порядок дренажную систему, сделаем дорожки, подведем сюда воду, электричество. Больше всех, конечно, новому стадиону радуется местная молодежь. Мы ждем новый стадион, ждем изменений, когда здесь действительно будет что-то серьезное, чтобы люди занимались спортом. После этого в селе Бритовка было проверено строительство сельской школы, которая началась еще в 90-м году прошлого столетия. В школе уже проведены электрика и канализация, на данный момент ведется реконструкция котельной. Всего на строительство школы выделено 20 миллионов гривен с учетом строительства пришкольного стадиона и детской площадки. Как сказал сельский голова Михаил Мерешко, Бритовка начнет свой новый этап в истории – до строительства школы и после. Я хочу выразить большую благодарность от всей территориальной громады Бритовки вам за то, что вы сегодня действительно делаете очень многое в области, и за школу вам огромное-огромное спасибо. Я верю в то, что школа будет, и Бритовка начнет свой новый отсчет в истории. Закончилась поездка сбором представителей территориальных громад Белгороднестровского района, организации проекта «Народный бюджет» в здании районной администрации. Сергей Пархисенко, телекомпания КТВ.